Окей, Воскрекен, прошел Супербоул, можно ничего не знать о американском футболе, но все равно ждать это событие, потому что именно в нем, в перерыве, показывают самые крутые трейлеры самых ожидаемых фильмов. А Flashpoint, трейлер которого и показали, это очень важный фильм для вселенной DC, наверное, самый важный в данный момент, потому что Джеймс Ганн будет это все дело как-то перезагружать, будут опять рекасты героев, и нужно как-то это все увязать в один верс. Я точно знаю, что в фильме будет Флэш, который уже был в предыдущих фильмах. Это Эзра Миллер, который за время производства данной картины уже просто успел поехать чердаком, основать культ и на несколько сроков начудить себе дел. Точно знаю, что будет в фильме Майкл Китон. Это Бэтмен, один из самых известных. Будет Бэтфлек, наверное. Тут я уже не так уверен. И будет еще несколько вариаций Флэша. Что будет в новой вселенной DC, вообще непонятно. Наверное, Харли Квинн останется, ее вряд ли рекастнут. Она вообще пережила, оказывается, всех, да. Будет новый Бэтмен, потому что Бэтфлек вряд ли вернется к своей роли. У нас будет отдельная вселенная с Бэтменом, который вот вышел в прошлом году. У нас будет отдельная вселенная Джокера с Хоакином Фениксом. И будет вот этот Джеймс Ганновский новый какой-то канон. О, интересно, интересно. Конечно, грешно, и опять наступаю на эти грабли с ожиданиями фильмов от DC, но что тут поделать? Все-таки Flashpoint — это довольно важное событие в комиксах. Его уже пытались как-то показать в Сидабе, уже выходил анимационный фильм, который, кстати, неплохой, советую посмотреть. Теперь же посмотрим, что нам выкатили с живыми актерами. Погнали. Tell me something. You can go anywhere. Another timeline. Another universe. So так, Бэтмен. And fight to save this one. Because this is the world where my mom lives. I'm not gonna lose her again. Так, завязка такая же. Опять матушка, так. Time has a pattern that it can't help reliving. Different people, different worlds, drawn to each other like magnets. Опа! My face. So my face. Так. If you were to go into the past, you have no idea what the consequences can be. Bruce, I could fix things. You could also destroy. Так, Бэтфлек, кайф. Can't be happening. I completely broke the universe. Zod, we've been waiting. Опа. I created a world with no metahumans, and now there's no one to defend us. Want some help? Так. Кайф. You are. Yeah. I'm Batman. Damn. Ой-ой-ой. If I can't undo так what I did. Да. If I can't get back. There might not be a future. What's the play? Batman, what do we do? We try not to die. It's not Clark. My name is Kara. I'm Barry. We're Barry. Damn. Barry, what are you doing? Our kids are gonna want to see this. Damn, boy. Ну, это круто. Так, у нас будет, значит, два Флэш точно в фильме. У нас будет Супергерл, у нас будет Зод. И пока что Цимис какой вырисовывается? Барри Аллен, опять же, попытается спасти свою маму, сломает таймлайн, окажется во вселенной, где нет
мета-хьюманс, супергероев. Там будет другой Бэтмен, который исполнит Майкл Китон. И они попытаются, чтобы как-то защититься от Зода, вытащить Супергёрл, которая находится в каком-то там правительственном здании. I'm hyped! Скорее всего, тут, как всегда у DC, трейлер, вот крутой фильм выйдет говном. Вот, ну, я же знаю, что так будет. Но от трейлера эмоции прям, ну, супер кайфовые. Показали опять Бена Аффлека в роли Бэтмена. Показали несколько Барри Алленов, их взаимодействия. Дэм. Что ж, дожить до лета и... Блин, да посмотрим, что выйдет. Еще увидимся.